каждый год почти, то, когда в Киеве. Это очень хорошо, потому что собирается очень много детей, которые могут увидеть своих кумиров, вот, например, стоят. И это хорошо для популяризации спорта, для того, чтобы дети стремились к чему-то. Я тренируюсь, кстати, после чемпионата Европы я еще больше начал тренироваться, но посмотрим, к чему это приведет.